Ничего! На самолет опоздаем! Когда Макалистеры отправились на рождественский отдых... Опоздали? Как раз вовремя. Они забыли одну малюсенькую вещь. Что-то мне не по себе. Ты двери закрыл? Да. Таймер на фонарях отключили? Угу. Что же мы могли забыть? Кевин! Один дома. На севере полиция разыскивает пару грабителей, называющих себя мокрые бандиты. Мы знаем, что ты там. Это Санта-Клаус. И его эльфы. Проваливайте с моей собственности. Это мой дом. Я должен его защитить. Где твоя мама? Она в машине. А папа? На работе. А братья и сестры? Дядя в семье. Где ты живешь? Не могу сказать. Почему? Я вас не знаю. Да он ребенок. Что нам сделать-то? Дети тупые. Сам таким был. Да и сейчас тупой, Марк. Понеслась. Если придется, зайцем полечу. Но доберусь домой, к сыну. Да! Где ты, котеныш? Я убью этого пацана! Да на кой ботинки снял? А ты чего курицей вырядился? Гаспалинский, король польки на Среднем Западе. Если надо, в Чикаго с радостью довезем. Ребята! Вчера он был обычным ребенком. Но сегодня он домашняя система безопасности. Ну, сдаетесь? Или еще хотите? Джон Хьюз представляет. Готов поспорить, что это Рождество станет лучшим в вашей жизни. Семейная комедия без семьи. Один дома. Ты что, один тут? Мне 8 лет. По-вашему, я могу здесь быть один? Я так не думаю.